«Путь к успеху». По таким названиям состоялся детский конкурс рисунков. Так, с 4 по 20 марта дети от 7 до 16 лет сдавали свои работы, результаты которых подвели сегодня. Организаторами выступили Министерство образования и науки, Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания «Баладжан» при поддержке представительства Европейского союза в Кыргызстане. Цель республиканского конкурса – побудить детей к творчеству и размышлениям о важной роли знаний и образования в становлении личности. Подробности смотрите в следующем материале. Путь к успеху видит каждый по-своему, однако объединяет всех возраст, когда человек, еще будучи ребенком, описывает свое будущее и путь к своей цели. Так дети со всей республики, нарисовав свое личное видение пути к успеху, приняли участие в конкурсе, итоги которого подвели сегодня, и призами стали подарочные сертификаты на приобретение книг и техники. А наш герой описал свое будущее настолько реально, что можно увидеть, кем станет 16-летний Эрджан через много лет. На этой картине изображен мой план будущего. Например, в детстве я хотел стать архитектором, и я рисовал разные чертежи. А в будущем уже этот же мальчик вырастет и будет проводить переговоры с иностранными компаниями. Но здесь, как вы видите, есть юрта. И в форме юрты архитектор будет строить будущие дома. А если вернуться к детству, то обратите внимание на время. Здесь 4:30 утра, и даже в это время ребенок рисует. Кроме того, несмотря на то, что света нет, он пользуется лампой. Настолько он заинтересован своим планом, своей мечтой, и даже на голове у него кастрюля. Потому что представляет, что настоящий архитектор с каской на голове. Роль знаний в жизни человека огромна, поскольку знания помогают овладеть хорошей профессией, стать успешным во взрослой жизни. Нарисуй, какую роль играют знания в твоей жизни и почему они так важны на пути к успеху. Такой призыв был для школьников. Ну а призы вручала сегодня заместитель министра образования и науки Надира Джусупекова. Главная цель этого конкурса – еще раз сделать акцент на образовании. О том, еще раз сказать детям, когда ты сможешь быть счастливым и успешным человеком. Только когда ты будешь успешно заниматься, успешно развиваться, дружить с книгой. И концепция конкурса такова, сейчас сегодня подводятся итоги. С 7 до 16 лет все дети участвовали со всех регионов. Ну, когда вы видели сейчас только что обучение, вы сами убедились, что победителями являются дети из разных регионов. К участию в конкурсе были приняты работы, выполненные в любой технике. Гуашь, акварель, цветные карандаши, мелки и так далее. Так награждены были не только дети, но и их учителя и наставники, которые вместе с ними переживали и готовились к республиканскому конкурсу. Вообще тема замечательная этого конкурса – «Путь к успеху». Значение знаний в жизни ребенка. И без знаний, конечно, очень трудно прожить, и все они понимали, что учиться нужно хорошо. Дело в том, что на наших уроках мы не ставим оценок, и критерием оценки является успех и участие вот в таких конкурсах. И мне очень отрадно, что в этом конкурсе две девочки явились победителями. Одна заняла первое место, вторая поощрительная. Готовились мы месяца два, рисовали. По завершению вручения призов состоялся концерт, в котором также дети выступили с танцевальными номерами. А лучшие конкурсные работы были представлены на выставке в одном из торговых центров столицы. Отметим, подобные республиканские конкурсы проводятся ежегодно и каждый раз на разные темы. Изадора Умбаева, Нурдан Карипеков, «Пирамида».